Тимар – военный лен, представляющий собой условное феодальное земельное держание, существовавшее в Османской империи вплоть до отмены военно-ленной системы, установлено при султане Мураде Ай. Годовой доход с одного тимара составлял менее 20 тысяч акче. В конце Хайвиай тимар постепенно трансформировался в так называемый чифтлик, который стал преобладающей, что самое важное, наследственной системой помещичьего землевладения в Османской империи до самого ее падения в 1919 году. Тимариоты, держатель тимара, был обязан лично участвовать в военных походах, имея при себе одного джибели на каждые 3000 акче дохода. Тимар мог превышать 15 тысяч акче. За особые заслуги размеры тимара могли быть увеличены. Изначально тимариот не жил в своем тимаре, но получал с него доход посредством системы сбора налогов. Начиная с 16 века, тимариоты поселяются в тимарах и начинают заниматься собственным хозяйством, эксплуатируя зависимое население. При этом тимариот исполнял полицейские функции по отношению к зависимому населению, но не имел права на суд и на введение дополнительных налогов.